you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в крималочку на сервере Amazing Roleplay, первый сервер. У меня сейчас гелик въебался нахуй по встречке, и типа это я въебал. Ну ебался, короче, меня это бесит реально. Да ну нахуй! Просто бесит. Садись, КДПС подкину. Окей, чувак, садимся. Садись, КДПС подкину. Ну и что делать будем? Мне похуй ебать. Я ехал, короче, вот, где мы сейчас едем, гелик ехал навстречу мне, мафии. Я решил вернуться и въехал в гелик ФСБ, ебать. Это не точно. Или точно. Или иди нахуй. Охуеть. Охуенно, на. Доклады о патруле. Нарушитель. Чё? А, нарушителей 0, ДТП 1. Бывает. Ладно, поехали, мне похуй, блядь. Если меня за это уволят, ну, блядь, это будет полным бредом. Потому что они, блядь, летели. Тупо мой геттер в жопу, блин, разбился. Тупо в дребезги, блядь. Только хотел начинать снимать, и тут меня, блядь, гелик, сука. Дебильный, блядь, виноватый. А говорят, что типа я на встречке ехал. Я хотел вернуться от другого гелика. Въехал в другой гелик ФСБ, блядь. Охуенно просто. Классно начало серии, прям заебись. Четко. Так бы всегда, нахуй. Просто замечательно. Ладно, сейчас доедем уже до ДПС и там продолжим. Кстати, я уже начал заниматься модпаком, таксишки другие поставил. Ну, вы их уже видели, в принципе. И поставил новый мотоцикл. Новый мотоцикл поставил для ДПС. Тоже советский, то, по-моему, был Урал или что-то было. А я поставил Юпитер 5. Прикольненький такой, я его сейчас сам не видел, я не знаю, он поставился вообще или нет. Но сейчас надо его найти. Там вроде что-то стоит или мне кажется. Сейчас доедем и там уже посмотрим. Кто примет БЕ? Рядовой просит. Ну что, хайверт ногами лежит, это нормально, ёпта. Это охуенно. Сейчас уже доезжаем почти. Чё, блядь? Вы это видели просто? Да уж. Онлайн сейчас 460. Хотя я заходил, было 480, по-моему. Ну, почти забитый сервак был. Я прям удивился аж. Вот реально давно не видел, чтобы магазин был забитый. Ну, первый сервак, понятно, тут онлайн всегда. Вот эти таксишки новые. Ну, не новые, а вы их уже их видели. Я ее обратно вернул, потому что она самая нормальная моделька. Уже по модпаку работы идут. По модпаку работы идут. Делаю уже модпак потихонечку, прям уже все охуенно. Чё стоим? Ебать, суппорта нахуй синий, пиздец. Это, конечно, сильно. Так, где эти мотоциклы? Там, по-моему, стоит же. Спасибо. Спасибо. Вон они изменились, да, вроде. Да, вроде изменились. Вот так теперь выглядят. Я думаю, прикольно, да? Так. Теперь можно назад сесть, смотрите. Теперь можно назад на туре садиться. На туре, чуваки, ссылочку я оставлю в описании. Можно с вами на пост. Я в составе. Да че, блядь, да че. КХМ. Бля, какой он охуенный. Ежачок Юпитер 5, пацаны, а? Так, давайте его спиздим. Бля, че у него так? Давайте спиздим его. Не, ну круто выглядит, согласитесь. Очень даже круто выглядит. Мотоцикл новый. Мне нравится, так. Давайте выйдем отсюда. Пустить надо эту хуйню.
Так, и давайте съездим, посмотрим, что у нас там находит, происходит. БМВшка осталась, кстати, спокойно, в принципе. Блин, ну вот этот Юпитер вообще классный, чуваки. Ссылочку я обязательно оставлю в описании. Просто советская мощь. Сами видите. Вообще классно, смотрите. Вот такие сумочки, видите, фонарики. Фонарики работают. Ну, вроде бы нормально, более-менее. Правильно. Но сама модель просто охренительная. Теперь можно вдвоем ездить. Если у вас стоит модпак, вы сможете со мной вдвоем ездить. Так, без модпака можно только одному садиться на него. А теперь можно ездить вдвоем. Это реально круто. Вот таксишки новые. Все, пацаны, очень даже круто. Давайте скриншотик надо сделать. Вот такой вот. Вообще четко, просто четко. Реально, вот эта моделька очень качественная. Русские номера. Советская мощь, реально, просто советская мощь. Как же он круто выглядит. Серьезно, моделька идеальная. Там была такая моделька хреновая. Вот я единственную модельку нашел нормальную на мотоцикл. Там их было две. Вот это лучше мне нравится, потому что там была какая-то, знаете, предел мотоцикла с Андреаса обычный. А это, блин, советская мощь такая. Просто кайф. Реально, просто кайф. Отвечаю. Повторю, ссылочка будет на этот мотак в описании. Под видео сможете спокойно установить. Через автоустановку сможете установить спокойно. Сможете установить. Аккуратненько, поехали. Не знаю, чем сегодня займемся. Сейчас я отвезу, наверное, мотоцикл обратно и что-то посмотрим там в этом. В офисе нашем. В штабе. Кстати, у меня выговор есть. Почему-то, смотрите, сейчас я вам покажу. Остановлюсь вот здесь. Смотрите, статс. Сейчас. Статс. И видите, у меня выговоры. Один из трех. Это либо за то, что я тогда номера выдавал после этого. После 8, помните, в серии? Или вчера со мной такая херня была. Зашел в игру, еду, короче, на БМВ к Анашану. Давайте попутно расскажу, когда будем ехать. Ехал к Анашану, короче. Приехал, подошел к банкомату, чтобы деньги положить. Там у меня было 50 тысяч, я не люблю, когда много денег. 30-ку хотел кинуть на банк. Только подхожу ко мне Томас Фриман. Томас Фриман, короче, подбегает без какого-либо РП, одевает, ну, связывает мне руки и одевает мешок на голову. Ты чё, дурак, блядь? Одевает мешок на голову и, ни хера не пишет даже. Я такой в бэчат написал, да. Потом пишу админу, помогите, меня по РП связали, одели мешок. Админ меня тпхнул, это был Константин. Да, Константин был администратор. Да, он меня тпхнул, снял с меня веревки, ну, развязал меня, снял мешок с головы и этот, и заспавнил меня дома. Заспавнил меня дома. Потом, после того, как я вышел из дома, сел в машину, еду, чувак мне пишет какой-то, не помню его ник, типа, теперь ты в ЧС ФСБ. Я пишу, типа, почему? Говорит, потом посмотришь. Типа, как я понял, либо это мне дали за то, что я... Этот, как его? Блин, забыл. За то, что я номера выдавал, короче, не вовремя. Ну, после 8. Либо за эту хуйню. Они, наверное, подумали, что я перезашел, типа, ушел от РП. Хотя они без отыгровки меня связали. Точнее, он. Я не знаю, может, он в ФСБ связан, я просто без понятия. И типа подумал, что релогнусь, хотя машина моя там оставалась. И типа я ушел от РП, мне дали выговор. В любом случае, не знаю, откуда у меня этот выговор. Ну, блин, если ФСБ мне черный, я в ЧС ФСБ, это будет на самом деле плохо. Потому что я очень хочу ФСБ. Дубинку возьмем просто, я не буду оружие уже брать. Хрен с ними. Так. Чувак зашел усатый. Освободил волну госновостей. Тогда мне эта администрация влепила. Бывает. Значит, набор проходит. Можно сдать базовый экзамен.
И, вообще-то я должен его принимать, но я хз. А, здесь чувак как бы принимает базовый экзамен, поэтому все нормально. ДПС, ДЧ, прошу принять у меня базовый экзамен. За номерами типа пришли или что? Хрен его знает, ладно. Ну, блин, в любом случае, вот эти разборки с ФСБ только что были, ну, как только что, в начале серии. И мне выговор дали. Ну, зато новый мотоцикль вообще красивый. Согласны? Очень даже красивый мотоцикл. Мне прямо очень нравится. И думаю, вам тоже. Ладно, в принципе, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно загляните на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.